Еще когда нас не было на свете, когда с победой вы домой, солдаты мои, слава вам навеки. По традиции, празднование Дня Победы началось на Площади Победы. На Мемориале Славы возложили цветы все, кто чтит память павших воинов и не готов забыть их подвиги. Великая Отечественная коснулась семей каждого из них, и они не понаслышке знают, чего стоила победа. Лидия Смокотина – ребенок войны, о тяготах того времени помнит до сих пор. Я маленькая, ходила по карточкам, получала хлеб в магазине, там взвешивали сколько-то грамм. Вот. Не было ни конфет, ни сахара. Тяжело, конечно, было. Но уже тогда Лидия Павловна понимала, эти лишения лишь временные трудности. В это время ее отец был на фронте. После ранения он попал в Барнаульский госпиталь, потерял ногу. Но, как и прежде, продолжал верить в скорую победу. И таких историй множество. Важно, чтобы помнили дети, важно, чтобы дети приходили, чтобы дети помнили этот подвиг, чтобы тоже чтили память. Чтобы мы жили свободно. Выразить благодарность павшим воинам пришли также власти города и края и местные парламентарии. Они пообщались с пришедшими, после чего почетный караул дал оружейный залп. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком.